В акции принимали участие сотрудники подразделений участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также представители общественного совета. Профилактические брошюры предназначены для двух категорий населения. Взрослым рассказывали о преступлениях в сфере информационных технологий. К примеру, это СМС-рассылки о выигрыше в лотерею с просьбой о помощи якобы от родственников, псевдосообщения от банков и других финансовых организаций. Здесь главное не поддаваться эмоциям, не перезванивать на эти номера и не передавать пин-коды, пароли и другие личные данные. А дети получали адаптированную версию брошюры, в которой понятным языком изложены правила информационной безопасности. Особый акцент для детей сделан на правила общения с незнакомцами в социальных сетях и блогах.